не хотел бы зависеть от какого-то внешнего мира, потому что он, зараза, этот мир, будет мне вставлять камни в мою душу и стараться запихнуть свою вот силу в меня. Я этого не хочу. Я живу в стакане, и меня мало интересует давление на мой мир. Опять же, повторюсь, стили или еще какие-то вещи, или какие-то образцы ведения музыки, меня это не волнует. Естественно, мне от социума не уйти, так как это моя жизнь тоже, и я живу в этом социуме. Естественно, я думаю, как мне прожить счастливо и долго в этом социуме. Естественно, я думаю о том, как бы мне с ним вообще жить. Мокрый асфальт ночи, капли дождя смывают срочные дела прочь. Не надо запихивать мне социум в мое творчество. Вот этот социум изучаю, и если меня стараются обмануть, я стараюсь обмануть его. То есть если на меня движется какая-то проблема, я должен знать ее суть и должен знать, как от нее уйти. Тем более, как увести от проблемы весь коллектив, который стоит за мной. Я от него не открещусь ни в коем случае. Я не могу жить без социума, потому что он меня в конце концов задавит и задушит. Поэтому в некотором степени я человек хитрый. Многие книжки, кстати, способствуют этому изучению. И нужно их прочитывать и знать. Вам может быть одна из падающих звезд. Может быть для вас прочь от этих слез, от жизни над землей принесет наш поцелуй домой. Для артиста важно что? Чтобы все было тип-топ, чтобы все было для того, чтобы настроение было отличное, чтобы ты людям мог, зрителям, это настроение отдать. А когда ты чувствуешь, что вокруг тебя все хреново, ты идешь по пути профессионализма, то есть повторяешь то, что было вчера. И это не всегда здорово. Кураж становится на процентов 50 меньше, но ты идешь по пути профессионализма. То есть вот это вот меня не очень радует, типа, сработаем, ладно, будем работать сегодня. Рок-н-ролл, в принципе, это вообще не работа. Это такой праздник, это кураж, это стремление общения с залом, чтобы зал тебя поддержал, чтобы ты залу дал. А если ты тупо отрабатываешь это выступление. Мы надеемся, что мы закончим в конце апреля наш новый альбом. Рабочее название его — «Вечное сияние чистого разума». Надеемся, что мы закончим, потому что слишком много выступлений и слишком мало времени для этого всего. Осталось мне написать 3 текста, эти песни спеть и начнем сведение. Я все-таки надеюсь, что в конце апреля мы его сделаем. Продавать за бесценок его не хочется. Не знаем, чего и делать. Скорее всего, будем через интернет. Мне кажется, что нужно идти по пути Radiohead. Дорогие друзья, сколько кому не жалко, вот мы наш альбом выкладываем, вот счет, если не лень, сходите оплатите. Я не знаю, что с нашим шоу-бизнесом в России творится, мне кажется, он вообще отсутствует. Поэтому вперед заходить, я не знаю, куда это все зайдет, но знаю, что отдавать права на песни какой-то лейбл компании я не хочу, и продавать его за бесценок я тоже не хочу. Мне кажется, что проще отдать бесплатно его людям, чтобы эти ребята с этих лейблов ничего не получили. Всем желаю удачи, весеннего настроения.